Хайо, гайз, с вами Шумики, и мы, так сказать, заканчиваем уже проходить игру по названию Tiny Toons Adventures. И у нас осталась последняя локация, это этого же самого профессора. Во-первых, здесь вот эти роботы летающие, и здесь будет много лазеров. А, блин, надо было туда слетать. Давайте я сейчас от стенки отскочу. А ты ведь не знаешь, когда ты падаешь. Да, я помню, тихо было. Поехали. Ой, я так этого не показал, да? Стервятника, который... дерьмо скидывает. Ну, если что, я вам тогда ее... покажу позже, когда игру пройдем. Я соберу этих морковочки. Да, с ХП у меня проблема, это очень... О, да, за вот это я говорил. Вот здесь нам теперь придется присаживаться, внимательно смотреть, чтобы меня не ебнуло током. Это самое важное. Конечно, оно не сразу тебя убьет, но оно тебе нанесет урон. Непоправимый. Главное не спешить. В этом деле... Вот откуда? Кто мог знать? Вот вначале ты по-любому умрешь. Если бы я прыгнул бы на пружинку, меня бы убило. Ладно. Пока что идет все приемлемо. А я еще при этом и выиграл. Готово. Бонус clear. Раунд clear. Еще вот эта локация и следующая, и потом босс. Thanks. Нужно, главное, быть осторожным. Любая херобурина может тебя убить. Мы делаем лишних движений. Все, что мы видим, может нас убить. Чем подвох? И хпшка, и колокольчик. Вот этого места не помню. Не, серьезно, этого места не помню. Ладно. Потом мы еще сердечко заберем. Это водяной уровень, это идеальный уровень для меня. Наверное. Кто знает, что они могут придумать. Но пока что ничего сложного.
закончить игру. Типа, anyway, у меня сама будет проблема, это с первым боссом. Ну, мини-боссом, так можно сказать. Да не, я помню, был только усложненный там, и на потолках он был, и чисто ты ровно пойдешь, чтобы вообще ни хера не ступить именно поверхность. Ну ладно, мне все равно 5 хп. Давайте сделаем так, F5. Мне просто интересно, что там. Просто я раньше никогда сюда не ходил. Я тележку никогда не видел. Странно. Может быть, это какая-то отсылка к чему-то? Не, просто серьезно, я туда никогда не ходил. Но там есть еще какой-то подъем наверх. Последний уровень остался. О, это запутано. Это из всех уровней, когда ты не знаешь, куда тебе идти. Потому что любая стена может быть ложной. Либо ложная стена, либо ложный потолок. Кто знает, что скрывается за стенами? Смерть! Нет, я серьезно, прям херово вышло. Не очень, так сказать. Просто снесли мне 5 хп-шек. Хотя не весь вот этот босс, о котором я говорил, который будет довольно сложный, он ваншотит. Поэтому сколько бы у меня ни было сердечек, мне это не поможет. Я не знаю, я сюда тоже не лазил. О, плюс сердечко. О, и у нас тут несколько дверей. F5. Это же не, да? А нет, это просто телепорт. А, блин, тут же нужно правильную дверь выбрать. Я с дверью ошибся. А я не помню, восстанавливается ли здесь все. Ты там есть дальше проход? Нет. Ну по идее двери даже не пропадать. Так. Пойдем сюда.
если что, проход там. Выход, выход, имею в виду. Ну ладно, я все равно сейчас за контишкой схожу. За контишкой схожу, за четвертое сердечком. Контишка есть. Поздно. Полезли. Я колокольчик заберу, нахер он надо. Если я босса смогу... Я все равно на боссе буду сохраняться, потому что... Ну, если все картинишки потеряют, то... Ладно, я потеряю. Да, лучше сюда начинать идти. Вы серьезно? Ладно, зато здесь можно получить лишнюю кольтишку. Которая, честно, не всралась никому. Никому не всралась. Нужно будет запомнить, что мне нужно обратно вернуться. Я лучше как вот пришел сюда, так я и вернусь. Хоть. Я... Ладно, нет. Лучше все-таки, да, как я пришел, так и ушел. А та ли это дверь? Та дверь, которая мне нужна, вообще даже не наверху находится, она где-то в центре была. Я просто не супал. Ну ладно, отсюда снова пойдем потихонечку. Потихонечку до конца, не прыгая. Не, я, конечно, прыгну, когда уже дойду туда, где был. Но это все равно клоу надо. Опа-на, а где проход? Мой проход. Походу он то и был. Но только с какой стороны? Левый или правый? Я, мне почему-то в памяти было, что он где-то в центре был, куда. Ну ладно, фиг его. Как говорится, фиг его знает. Давайте эту дверь используем. Нет.
вы двери эти закрывали, которые типа неправильные. Точно ли я думаю сейчас правильно? Думаю, да. О чем я сейчас думаю? Мы пойдем к самой правой двери, с левой стороны, которая была лазой стеной. Для этого мне нужно сюда, потом переползти на ту сторону и подняться наверх. И при этом не упал. А, и тут еще есть дверь. И тут есть. Давай какой-то. А вот это может тебе нервишки. Я не помню. Где дверь, которая была спрятана? Я помню, спрятанная дверь. Никакие, блядь, не вот эти двери, которые наверху. Это все ложные двери. Вообще не шарю. Давайте сделаем так, F5. Я точно помню спуск вниз. Но это не он. Да? Выход. Неправильно. F8. Левая дверь за стенкой. Неправильно. F8. Ищем двери внизу где-то. Это я уже спустил сам вниз. F8. Хорошо, идем сюда. Неправильно, F8. Это дверь. Правильно, все. Тупая дверь. Спасибо, что ударили меня током, когда я даже перепрыгнуть ничего не мог. Угу. О, это сама ко мне едет. В какую сторону? Долетел. Пролетел, полетел. Просто чертовы двери. Мы сколько времени потратили на эти двери. Хорошо, что здесь есть сохранение. Дальше. Для чего я сюда прыгнул? Найти сердечко, потерять сердечко. Понимаем. Понимаем. Понимаю. Уже минус второе. Ну
подвижки немножко начинают, так сказать... Так, о, там бит есть. Да-да-да-да-да, топ, ни одно хп не забываем. Фул хп, и наверху проход. Ага, я вижу. Я тебя вижу. I see you. I know you. Готово. А, они постоянно теперь появляются, то есть их нужно только один раз включить. А вот сейчас начнется жопа. Финальный босс. Не божественненького ушастого зайчика. Упс, это же Эльмира. Бастер, не дай ей поймать себя. Побежали. А, ее легко очень контролить, то есть мы... Она очень быстро ускоряется. Мы можем тоже быстро бегать, но вы знаете, что мы можем врезаться. И нас это застопит. Поэтому лучше, я вам скажу, не рисковать, потому что дальше... И это можно, конечно, пройти и за один... За один раз вот так. Просто минус хп. Ну тут просто не успеваешь среагировать на некоторые вещи. Но я это пытался запомнить, типа, сначала. Хорошо? Меня словили. Блин, я хочу попытаться быстро. Я могу очень медленно просто идти, чтобы... Вот, вот в этих вот местах. Блин, там нужно было немного убежать от нее, взять разгон. Короче, это где выход уже. Так, она падает, она тратит время на прыжок. Все. Изи. И дальше у нас финальный босс. Твоя взяла, кролик. Я отпущу твоих друзей. Но сначала дай мне сокровища. Нет. Ок, ты сам напросился. Битва с боссом вообще несложная. То есть мы ждем, пока он начинает собираться с ног и все. Ау. Ну, я думаю, вы принцип поняли. Раз. Собираются ноги. Прыгаем. Атакуем. Собираются ноги. Прыгаем. Атакуем.
для быстрого разгона мы просто с вами прыгаем, он сразу его разгонит. Все. Это весь босс. Ой, ладно, здесь я тупанул. Все. То есть сложность здесь нулевая почти что. Ты обещал отпустить моих друзей, Макс. А как же сокровища? И даже... Так, и даже не заикается. И даже не заикайся. Ну, сюжет на самом деле... Такой себе. Чёрт, это мои сокровища. А, давайте построим на острове парк развлечений. Отличная идея. Пришла пора повеселиться. Да, и мы знаем, какой парк в селе. Там, кажется, вторая часть. Да-да, это колесо обозрения, это тоже, типа, все здесь есть. Бастер Банни. Мы можем как раз посмотреть врагов, которые были... Боссов. Что можно вообще сказать об игре? Бабс Банни. Да, есть разновидность врагов. Раз. Разновидность боссов. Два. Утка Плаки и Хэнтон. Потом есть большое количество локаций, которые запоминаются. Ого-го Дора Дизи. Которые запоминаются. Тот же корабль. Сраные водяные уровни с плаванием. Пищалка. Ну и кто там появляется. Потом книжный червь. А синюю птичку не видел. Потом у нас есть то, что собирается. Снизер Ширли. А, это мышонок. Ну, в принципе, да, типа разные виды музыка. Фифи. Гонка. Вот гонкар, который нижний, этот справа, это земли. Или я вам его показывал? Элми Меховик. Причем доктор что-то не показывает. Макс. Конец. Ну вот, ребят, как-то... Так. Ну так, игра проходится за какие-то... несколько часов. А если бы точнее, за... часа три. Ну, давайте я вам покажу про эту птицу, о которой я говорил. А, она с самого начала начала. Хотя ладно, я быстренько сейчас пробегусь, покажу. Да, и типа, видите, говорят, что игра даже для своего времени довольно актуальна, типа. Она прикольная. У нее интересно играть. Зато я знаю, что у меня будет на большое количество серий. На 12 часов. Или от водильную поставить ее. О, а птичку дает за 50 даже. Давайте врагов найду. И на них используем птичку. Где там был? Вот мышь. Типа Додо вот этот летит. Вот видите, с наковальней. И все, они умирают. Ну, в принципе, все, что я хотел показать, я показал, и мы нашли все уровни секретные, которые я хотел показать позже.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.